Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. В нашем видео сегодня будут принимать участие наши модели котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. То есть в нашей школе это фишка. На первом этапе зайдите в такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть на что уже ваша собачка будет нестись. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. В это время мы будем подготавливаться к отработке команды ко мне. Ко мне! По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали вам. Хорошо, ко мне. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинируется. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличить. Существует три вида поощрения. Первая — дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды хорошо. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидит. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем убирать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти собака один на один кота. Мы наши съемки проводим и дрессируем собак сильнейшими раздражителями с котами. То есть в нашей школе это фишка. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду место мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда место от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собаку. Хорошо место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Заодно подрабатываем, приготовимся к отработке команды ко мне. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. Гулять. Гуляй, гуляй. Ко мне. Хорошо ко мне. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом.
Рядом. Караш. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. В нашем видео принимали модели, котики. Ну, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем, нашу дрессировку и съемку.